Сегодня мы снимали с квадрокоптера на Театральной площади. Снимали новогоднюю елку, которую через несколько дней разберут. Снимали стелу города воинской славы в так называемое режимное время, то есть на закате, когда солнце уже ушло за горизонт, но небо еще темно-синее. Результаты, ну, сейчас вы их увидите сами. Ребята, а вы их все сразу увозите за один раз? Да ну надо. Да прицеп уехал со снегоходом. По одному повезете? Заваливай туда. Нормально? Все, завалился? Да. Чуть-чуть. Все, да? Хватит. Вот такая судьба камчатских медведей. Сначала бродить по лесам, ловить рыбу, собирать ягоды, грибы, а потом в виде чучел стоять на центральной площади Петропавловска и фотографироваться с отдыхающими. Но ничего страшного, ведь, как известно, популяцию медведей нужно регулировать, и каждый год нужно отстреливать 1/10 часть всего медведя-населения. Вот сейчас я иду мимо центральной площади, мимо снежного городка. Сегодня рождественский вечер, 7 января. Посмотрите, как выглядит Петропавловск.